Правила позволяют. К тому, что мяч контролировали зенитовцы. Семшов. Франциско Лима у мяча. Статистика нарушений. Зенитовцы фолят чаще. Удар! Гол! Чесаро! 2-2! Ну, снова стоит на ногах и, пожалуйста, 2-2. Стоило выполнить точно стандарт динамовцам. И какая-то игра стандартов у нас с вами сегодня. И боролся же Хаги, посмотрите, до конца, да? Молодец, нападающий в этом эпизоде. Хагин, по-моему, в большей степени, вот сейчас увидите, Андрей, обозначал борьбу. Не было такого жесткого сопротивления. Как-то вытянул он мягко руки вперед. На Хагина это не похоже. Ну, Вячеслав Малафеев сначала встретился, вот читая вот эту дугу. Потом вроде бы пошел по ударам, но было тяжело достать. Все знают, что удары головой, наверное, самые сложные удары. Да еще вот эта передача, уходящая.